Один мудрец часто говорил своим ученикам: «Будьте осознанными». «Но что такое осознанность?» – спрашивали они. Однажды мудрец повел их на реку, где по его указанию был перекинут узкий мост. «Чтобы узнать, что такое осознанность, вам придется перейти по этому мосту на другую сторону». Когда же ученики подошли к мосту и увидели, что он очень узок, они воскликнули: «Это же опасно! Мост всего 1 фут шириной!» Мудрец ответил: «Но ведь, когда вы идете по земле, то легко пройдете по узкой полоске в 1 фут. Почему же вы не можете пройти по такой же полоске, висящей между 2 холмов?» Некоторые ученики попытались перейти мост, но, испугавшись, вернулись назад. Тогда учитель сам пошел по мосту. Часть учеников последовала за ним. И когда достигли другой стороны, упали на колени перед мудрецом со словами: «Мастер, теперь мы знаем, что такое осознанность. Опасность была так велика, что мы не могли позволить себе быть расслабленными. Нам пришлось быть бдительными, осознающими».